бронебойно подвергательные поле значит арестовки, но и соответственно противотанковые линии. Машины Состави парадной колонны, ритм со современной известной оркестром и
комплексы «Бафель-С». «Бафель-С» ведет вооружение 2,5-метровых пушек, каждая из которых способна делать газорогатчиков в секунду, а также 12 единиц ракет. Прибудет приближающиеся длинно-ракетные комплексы «С-400 «Триумф». Эти комплексы предназначены для нейтрализации любых средств воздушного нападения в радиусе 400 километров. Подключением дополнительных модулей сфера действия системы расширяется даже 500 километров. Система обеспечивает поражение современных самолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения. Старший сержант Андрей Ермаков на встрече боевой славы своего брата, старшего сержанта Андрея Федоровича Ермакова, участника ясной Кременевской наступательной операции. Комплекс С-400 оснащен 4 дня транспортно-пусковыми устройствами с ракетами. Главной задачей комплекса является оборона военных и промышленных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения, а также для создания рубежей противовоздушной обороны страны. За рулем на машине лист рядовой отмеч полковник. Парадная колония военной техники держится береговые радиоконтрольные комплексы «Минерал» и «Монолит», предназначенные для...
военных оркестров капитан на лейтенант Михаил Савелова и старшего лейтенанта Валентина Таева. Сегодня главный победный день России военные музыканты играют с автобусным партнером. Заряд военного ветерана от Белорусской войны, Золотом Кустю, жителям и гостям государственных автобусов. Поздравляю всех великих медалёв, праздников, с Днём Победы! Да здравствует Великая Россия и ее непобедимые вооруженные силы! Слава воинам-победителям! Ура!